я же попал в Книгу рекордов в России в 2019 году, и мне предложили представители Книги России, надо в Гиннесса. Сейчас в Гиннесса 17 сантиметров. Ну, у меня 8,4, там 17, представьте себе. Вот. 55 тысяч нашел для заявки, отправил в 2019 году. Ну, процесс пока до сих пор идет. На них сложно ездить, и надо, вы понимаете, я даже сам особо не понимаю, как вот я на них езжу. То есть там какое-то особое чувство баланса должно быть, особенно маленьких, да? Ну, на этом поеду. Веломобилями увлекся в середине 80-х, когда был у нас в Советском Союзе, в общем-то, был бум веломобилей. Там, ну, было около 20 конструкций различных. Посмотрел, особо конкурентов не увидел. Ну, так оно и получилось. Эту гонку я выиграл, как рванул со старта, и так больше никого и не видел. С этого времени там меня узнали, пригласили летом на чемпионат Москвы, я там выиграл. Потом на следующий год был чемпионат СССР, первый в Минске, ну, любительский чемпионат. Я первым чемпионом СССР был, распалась страна в 91-м. И последнее мероприятие веломобильное было в 93-м году, кстати, в Краснодарском крае. Там я опять среди веломобиля занял первое место. А потом я узнал, что в 94-м году будет проводиться чемпионат Европы в Швейцарии. И вот я в 94-м году взял там пару своих знакомых, отцовскую четверку, прицеп и поехал в Швейцарию. Первый раз я поехал за границу, в нашей четверке, как вспомню сейчас, через Крым, Приднестровье, там народ, там боевые действия в Приднестровье, народ с автоматами ходит там, мы едем на соревнования, бензина нет, какие-то заправки, какие-то цистерны автомобильных, ну вообще аферисты были, ну доехали, приехали, нашли место в Швейцарии. Занял второе место. Специальная байка, видишь, карманы. У велосипедистов сзади, а у веломобилистов спереди, потому что лежишь. Так, ну что? Вот. То есть я работаю официально, у меня уже идет, стаж продолжает идти, у меня уже стаж 44 года. Кстати, а пенсия 10 200 рублей. Вот работает человек. Вот накачайся. И зарядки не надо. Ну зарядку делай, чтобы можно было это делать. Во-первых, я постоянно кручу вот на велотренажере, стараюсь. Ну, 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница, на велотренажере для поддержки формы. Вы сам его собрали? Да, я его сделал уже давно, еще в начале нулевых. Записываем, сколько скорость, расстояние тут. Тренировок, 2790 тренировок на тренажере. 2790. Еще, поскольку я любитель старины, у меня всегда был интерес, а какие они были, велосипеды? Какой был первый, какой был? Эволюция. В 2017 году было 200 лет велосипеду, и я сделал копию первого велосипеда деревянный. Гагарин сказал, поехали, да?
Вам как идея пришла самого маленького велосипеда? Ну, я же первый сделал велосипед 50 сантиметров. Вот в 2008 году. Я их сделал, по-моему, 5 штук. Потом подарил в Швейцарии, подарил такой же в этом, во Франции. В Москве подарил знакомым, да. Разбежались, Тур де Франс едет. А потом было, когда 200 лет велосипеду, сделал сразу в 2 раза меньше. Сделал 24 сантиметра, быстро научился ездить. Думаю, ну, интересно, а еще меньше. Когда не показывали маленькие велосипеды, люди подходили, о, а что это такое, велосипеды, да, о, а что они ездят? Я говорю, ну да, ездят. А как ездят? Я говорю, вот цилиндр стоит, вот 100 рублей, и я сейчас покажу, как едет. Столько слов благодарности вот тут на прокате, да? Без блокировок и цензуры. Подпишись на телеграм-канал «Настоящее время» и будь в курсе последних новостей и важных событий.